Девчонки, всем привет! Сегодня будем делать вот такой прекрасный маникюр. Вот такое вот нежное амбре, которое мне очень напоминает ночное небо. Оно одновременно темное, но в то же время с небольшим ярким акцентом. Итак, вот мои ручки. Относились они 4 недели, все отлично, без сколов, без отслоек. Френч белый. Глянец у топа средний, но это все, я считаю, от моей работы. Сегодня мы будем тестировать вот такую торговую марку Monami Professional. Взяла я топ без липкого слоя и экстра базу. Почему взяла экстру? Потому что давно хочу попробовать более жидкую базу, которая не будет проседать, если ноготочки длинные. Заказывала я с сайта InCosmetics. Гель-лаки тоже сейчас покажу, они мне очень понравились, они отлично самовыравниваются, это самая главная их особенность. И они достаточно плотные, 2 слоя на ноготочках, не больше. Итак, я уже выполнила маникюр, снятие и опилила по форме овала свои ноготочки. Не буду вас томить, показывать, это я уже показывала много раз. Если вам интересно, можете открыть предыдущие мои видео, там я все подробно рассказываю. Первый цвет, который я взяла, это вот такой красивый черный. Он и будет главным акцентом нашего маникюра. Черный с мелкими голографическими блестками. Очень красивый цвет, просто нереально переливается. Камера, естественно, не передает перелив. Следующий цвет под номером 184. Это такой ярко-ярко-розовый. Смотрите, девчонки, я провожу кисточкой, немного добавляю объема. И практически сразу же, моментально, все вот эти бородочки, все они уходят. Посмотрите, какой гладкий типс. Гель-лак выравнивается просто безумно красиво. Цвет под номером 255. Это такой глубокий синий цвет, очень интересный тоже. По консистенции такой же, как и предыдущий, отлично выравнивается. На ноготочках тоже 2 слоя. И последний цвет 056, который просто покорил мое сердце, когда я его только один раз мазнула на свой ноготь. Посмотрите, он даже в тоненький слой, без проплешин, без проблем ложится. В общем, девчонки, кто искал идеальную пастель, вот она. Кстати, сейчас на сайте проходит акция, вы покупаете 3 гель-лака и один получаете в подарок, любой на ваш выбор. Ну а мы начнем. Я оставила немножечко базы на своих ногтях. Сейчас буду делать выравнивание и укрепление базы Monami Extra Strong. Я промазываю сначала тоненько ноготь, потом беру небольшую капелюшечку. Почему небольшую? Потому что база все-таки жиденькая. И сейчас расскажу небольшой секретик, как с ним работать. Вы берете, ставите капельку, а ноготок у вас смотрит вниз. И база сама стекает. Пара движений, и она выравнивается. Она очень прочная, очень стойкая, подойдет отлично для ломких ногтей и для тех, у кого длинные ногти, у вас есть проблемы с проседающим краем. Я думаю, многие сейчас меня поймут. Покажу еще раз на одном ногте, как быстро эта база работает. Она работает практически за вас. Самое главное, правильно держать ноготь. Итак, вы промазали, взяли капельку, опустили ноготок вниз, провели по центру и по бокам, и все. Выполнила я выравнивание на всех остальных ноготочках. Покажу, какие кисточки использую. Одно для градиента, который мы в предыдущем видео выстригали с вами вместе. И одну любую тоненькую кисть. Беру цвет, который у меня будет основной. Его в моем маникюре будет больше всего, так как он мне очень сильно понравился. И вообще у меня давно не было темных ногтей. Ну и все просто. А дальше по убыванию на светлый цвет я наношу. То есть сначала самый темный, потом синий, он немножко посветлее. Далее я наношу ярко-розовый, тоже тоненьким слоем. И уже нашу пастельку на кончик ноготочка. Наношу ее, у меня будет совсем немного. Посмотрите, как она прекрасно перекрывает край ногти. Я просто в восторге. Когда я делала этот маникюр, я получила очень огромное удовольствие при работе с этими гель-лаками. Я непременно закажу себе еще. Никогда не беру сразу много цветов. Всегда беру несколько на пробу. И потом уже, если мне понравилась марка, я заказываю больше. Итак,
Вот примерно так. Сразу скажу, я никогда при исполнении градиента не наношу цвета очень близко к кутикулу или боковым валикам. Мне проще подкрасить потом кисточкой, нежели вытирать, подтирать гель-лак с кутикулы или еще откуда-то. Это все выглядит грязно, неопрятно, долго. В общем, я выполняю первый слой градиента, такой базовый, так скажем. Вот посмотрите, то есть видно, да, в плане растушевки, но цвет мы задали, просушили, и сейчас будем уже дорабатывать все вторым слоем. Итак, наносим черненький средним слоем, ближе к тонкому, и все остальные цвета мы уже наносим тоненьким слоем. Так же, как мы и наносили ранее. Если для вас градиент получается слишком темный, вы просто наносите черную полосочку немного потоньше. Я наношу все то же самое, мне хочется, чтобы он был такой, как звездное ночное небо. Итак, и начинаем растушевывать. Растушевываем мы из стороны в сторону, тянем потихонечку, протягиваем и перемешиваем гель-лаки. Итак, дошли мы до торца ногтя, конечно же, видны растушевки, а вот теперь самый пик. Ставим кисточку ребром и проводим ей как раз по линии растушевок. И гель-лаки таким образом отлично смешиваются. Плюс, конечно же, в том, что именно эти гель-лаки, как по мне, отлично подходят для градиента, потому что у них не остается борозд. Они выравниваются просто за секунду. Итак, вот мы выполнили градиент, берем тоненькую кисточку и просто аккуратненько прокрашиваем у кутикулы и у боковых валиков. Девчонки, сразу скажу, что для прокрашивания тоненькой кисточкой и чтобы у вас ничего не заливалось, нужно прежде всего выполнить качественный чистый маникюр. И последнее, где я прокрашиваю, это я прокрашиваю у кутикулы. Я отодвигаю кутикулу и прокрашиваю под ней. Потому что если вы начнете прокрашивать под кутикулы, а потом боковые валики, у вас обязательно кутикула налипнет на гель-лак. Берем топ без липкого слоя. Также прокрашиваем. И потом распределяем небольшое количество. То есть делаем своего рода выравнивание. Отличный глянец, просто не к чему подкопаться, даже не знаю, как сказать. Сейчас выполнен на всех остальных ноготках. Решила вам показать промежуточный эффект, как это выглядит очень интересно. И вот что в конечном итоге у меня получилось. Знаю, будут вопросы, девчонки, что же я буду делать на правой руке. На правой руке у меня будет просто вот этот основной цвет, черный с блестками от Monami. Потому что у меня не совсем есть время для того, чтобы сидеть и градиентить. Вся работа у меня заняла где-то 1:20 на всех ноготочках. Просто гель-лаки эти, они работают сами за вас. Я их однозначно рекомендую. В общем, кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ждите много новых интересных видео. Всем пока!